Смотрите, как широка здесь Нева. От берега до берега более 900 метров. Именно здесь Нева делится на свои основные рукава. Дворцовый мост ближе к нам над Большой Невой. Дальше смотрим Биржевой мост над Малой Невой. А вот между этими рукавами Невы расположился самый крупный петербургский остров Васильевский. Знаменитая стрелка Васильевского острова. Мы видим утилитарную застройку Петербурга начала 19 столетия. И в то же время перед вами один из самых красивых архитектурных ансамблей мира. Кирзы, которые напоминают греческий храм, сооружают архитекторы сама Бетамон. Растральные колонны, бывшие маяки, высота 32 метра. Мы с вами на центральной водной площади города. Она так и называется Петропавловский разлив. Рядом по левым водам прохода предстательное фортификационное сооружение своего времени Петропавловская крепость, которую в начале года называют на голландский манер Санкт-Петербург. Крепость строится